Почти вдвое сократилось время перевозки грузов из российского Хабаровска в китайский Чэнду. Это стало возможным благодаря оптимизации работы на контрольно-пропускном пункте Суйфэньхэ. На границе двух стран товар перегружают из вагонов для одной колеи в другую. Многие позиции до сих пор перевозили на открытых платформах, например, древесину. Сейчас же почти весь товар транспортируют и переваливают контейнерами. Это позволило значительно сократить время и расходы на логистику. Теперь груз из Хабаровска на юго-запад Китая в Чэнду идет всего от 10 до 15 дней. Поезда будут курсировать по меньшей мере дважды в месяц. В сентябре этого года планируется открыть новые маршруты, связывающие Суйфэньхэ с Уссурийском, Комсомольском на Амуре и другими российскими городами.